Привет. Я не снимал такие ролики уже месяц или больше. Честно, скучно. Правда, скучно. Не выезжайте, не кататься, не снимайте в других городах, странах. Все потому, что у меня не было паспорта. Я сделал лучшую визу. 73 страны из-за грузинского гражданства я могу посещать, поэтому, чуваки, 1 декабря я планирую, не обещаю, еду в Казахстан. Потом еду в Украину, в Беларусь. Все в рандомно, не путайте. В общем, путешествия будут, и снимать мы будем очень много. Я это хочу делать, и вы это смотрите. Спасибо большое всем. Ваши идеи пишите везде, куда попало, я все читаю. Но сейчас самое главное, мы снимаем прокачку ПК. Прошлый выпуск с братишками собрал 600 тысяч просмотров, поэтому, как ты понял, надо снимать еще, еще, еще. Поэтому мы сейчас едем к новому участнику прокачки ПК. И этот выпуск отличается тем, что в прошлых были 16+, 18+. Но в этом выпуске я решил взять последнего парня из России. Больше в России снимать не буду. Это Питер, и мы едем к 12-летнему парню. Я в нем нашел какую-то перспективу. Он играет в Fortnite, он проигрок. Ой, боже, какой проигрок! Он пытается быть проигроком. В общем, я хочу ему дать шанс. Тем более, взамен он мне дает PlayStation 4 Slim Edition. Поэтому, чувак, да, я из... 90% я из-за этого делаю. В общем, он мне даст PlayStation, я... халявную просташку получил. В общем, мы сейчас едем к нему в Ленинградскую область, в Агалатово, в место какое-то бриллиант. Называется это военная какая-то база. Все бы хорошо, но спонсоры в этом выпуске не решили помочь мне, потому что у них бюджеты заканчиваются, конец года и так далее. Поэтому сейчас видеокарту, процессор, материнку я должен покупать сам на 40 тысяч рублей. Это огромные деньги, если считать то, что я потратил в прошлом выпуске. Ноль. Так, это все наши девайсы. Но у нас кейс в салоне, и там ничего нет. Сейчас пойдем покупать. Ой, ДНС, я ваш лучший покупатель, я не знаю, я уже полмиллиона вложил за месяц, камон, скидку, давай. 3%. Три? Да, за два договоримся. В общем, мы собрали комп такой, GTX 1660, полит. У нас материнка Asus LGA 1151, BP у нас 600 ватт. И i5 9400F, вот. Вся сумма у нас 39 тысяч, плюс еще 1400 сборка. Слушайте. 41 тысяча рублей. Давайте наберем 41 тысячу лайков. Нет, именно 41 195 лайков. Ну, типа, изи ведь. 195, да, все. Все, ждем эту цифру в лайках. Готово. Мы собрали комп. Получилось 41 тысяча. И вот он был легким сейчас более-менее. Так, ну, кстати, это не сравнится с тем, что у меня сейчас дома. Он весит 25 килограмм. Я реально накачался максимально, потому что он очень тяжелый. Ролик про мой комп будет совсем скоро, где-то через 2 недели. В общем, получилось так, что... спросил у подписчика, у него вообще до этого была PlayStation, а компьютера вообще не было никогда. Поэтому у него интернет ужасно слабый, скачивать туда Windows будет часа 4, устанавливаться еще долго будет. Плюс CSGO не будет скачано, поэтому мы решили привезти комп сюда, его уже собрали. Да он меня током ударяет. Ты почему током бьешься? Я не знаю, я уже неделю так. Так, в общем, вот как он выглядит. Секунду. Эрик, ты лучше подсядь. А? Приехали. Это какая-то закрытая территория, что-то связанное с зоной 51, да. Место называется Бриллиант. Так, и мне сказали подъезжать к правому шлагбауму. Чувак, у них автоматы, они со здоровенными собаками. Чувак, а это что там? Здравствуйте. Нас записали, должны были записать 272 БМВ серая. Смотрите, у меня свой личный парковщик. Прямо здесь парковается, да? Ну что, готов увидеть все свои девайсы? Да. Вот они. Да, кстати, сколько тебе? 11 лет. А говорил 12, чувак. Я говорю, да. Да? Ну ладно. Подожди, с каких пор я показываю девайсы сразу? А ну ладно. Да, вообще, что началось-то, а? Да, что за поведение? Просто помоги нам. Так, я думаю, что тебе дадим самое маленькое. Так, сейчас мы посмотрим, что дома у нашего подписчика. Это рубрика... Шок напросился. Здравствуйте. Я мама Даня. Так, очень приятно. Меня Эрик зовут. Здравствуйте. Так, вопрос куда? Это все наверх. Наверх. У нас крутая лестница. Это единственная, лестница? Да. А, у него прям рабочий стол. Слушай, неплохо. Я думал, у тебя вообще нет рабочего места. Грамоты, грамоты, грамоты. За что? Fortnite? Раньше танцами занимался, но надоело. Он сейчас не модно, да? Вообще не модно. Я из дома не выхожу. Потому что он хочет стать киберспортсменом.
Серьезно? Он прям говорит об этом? Да. А я просто обратил внимание, потому что он так написал грамотно, и я прям поверил в него почему-то. Но ты играешь в Fortnite на PS-шке, это же совсем разные вещи. Да, но раньше было что-то... А вообще, какой у тебя уровень игры по десятибалльной системе? Fortnite. Десятибальный? Ну, если оценивать... Прям для киберспорта или для консолей? Ну, для киберспорта, ладно. У тебя есть шансы? Он с этого лета, я могу сказать, в каких-то турнирах участвует. Ты хоть да, выиграл постоянно что-то? Тренировки у него, постоянно турниры, постоянно что-то. У тебя команда? А, нет. А, ты соло-геймер. Ну, стой. Короче, очень много вопросов. Все об этом поговорим. Ну, команда у тебя уютная. Ну, а сейчас мы начинаем зарабатывать. Мы грузчики. Мы строители, инженеры и так далее. Все. На операторе будет кресло. Я занимаюсь монитором, девайсами, компьютером. Фух, начинаем. Это все потому, что я тренируюсь на cybershock.ru. Мои сервера, их уже 109. Я ссылку оставил в описании. Тренируйтесь, режимов много, слотов много. Вас всех ждут. Разминайтесь перед игрой именно там. Фух. Ну а мы собрали комп. Осталось 30 минут до нашего выезда. Мы собирались уехать в 6, но мы все успели. Ну и сейчас мы покажем вам и Дане вообще, что у нас получилось. Я вам сейчас покажу, что мы вообще сделали. Окей, сразу по креслу. Aerocool. Название у вас на экране, цена у вас также на экране. Господи, оно хорошее. Хорошее кресло, не буду что-то придумывать, типа, о боже, оно как небеса, такие же приятные, мягкие, не. Просто хорошее кресло, сидеть можно, это лучше, чем вот это. А цена позволяет? Почему бы и нет? По девайсам, они у нас от HyperX. Спасибо ребятам за то, что они разбавляют всю эту тематику. И сегодня мы получили то, что никогда не получали. Эта мышка называется HyperX Dart. Она беспроводная, и самое интересное, она отличается немножечко по форме. К примеру, от той же сучки RGB. Интересно. HyperX Pulsifier Dart. Это наша мышка, которая является беспроводной. Переключатели Amron на 50 миллионов нажатий. Честно, 16 тысяч точек на дюйм и максимальная скорость ускорения 50G. Ну а мышка может не заряжаться 50 часов по умолчанию и до 90 при выключенном светодиодном индикаторе. Так, наушники. Они у нас Flight, тоже беспроводные. Спасибо ребятам из HyperX. Как я понял, они недавно только выпустились, они не были в России даже очень долгое время, но сейчас уже их можно купить. Давайте я надену. Вот, без рофов, я вам пишу тут скажу. Звукоизоляция очень классная. Ни одни еще наушники HyperX не были такие приятные. То есть ты реально погружаешься в другой мир, ты ничего не слышишь. И они... приятные. Гарнитура у нас HyperX Cloud Flight. Это гарнитура, которая работает, опять же, без провода, ну а также с проводом, если вы хотите. Время автономной работы до 30 часов, и они могут поворачиваться на 90 градусов, чтобы обеспечить более удобную посадку. Клавиатура у нас HyperX LO Origins, которая позволила мне выключить CSGO. Она светится максимально приятно, свечи у нее сейчас... Обзорчик Эрик на красных свечах. Они считаются неплохими. Клавиатура у нас HyperX Alloy Origins. Это абсолютная новинка от бренда HyperX, так как они сделаны на своих собственных свечах. Это не Cherry, это не Kyle или какие-то другие свечи. Это что-то новое. Рассчитана она на 80 миллионов нажатий, а корпус сделан из авиационного алюминия. Что у нас по коврику? Это HyperX Fury S. Да, у HyperX хорошие коврики, которые прям на весь стол, но совпадение... таково, что они поняли, что у участника не будет нормального стола для этого, и поэтому прислали такой вот маленький. Так, монитор, господи, он шикарен, серьезно. Шикарный, потому что, внимание, 2К разрешение и 165 Гц. Не со 104, не 60, не 240, 165. Зачем? Ну, а это круто. Но самое главное, разрешение. 2560 пикселей на 1440, если не ошибаюсь. Это очень круто. Вот серьезно, мне не хватает этого. Я бы присмотрелся. Что умеет этот монитор? Внимание, он умеет подниматься. Он умеет спускаться. Он умеет вот так вот делать. Он умеет вот так вот делать. Он умеет все. То есть, точнее, все. Типа все, больше ничего не может. Но... прикольно. И самое главное, это у нас компьютер сам. Это дорогая покупка, 41 тысяча ушла. Конечно, не хотелось бы, чтобы прокачка бы хавала бы деньги. По сути, я создавал ее, чтобы спонсоры были бы, но в итоге иногда спонсоры подводят. Так, а сейчас у нас идет речь про корпус. Это у нас опять он Aerocool. Aerocool реально спонсирует каждый выпуск корпусом. Он не тяжелый, но по материалу я бы не сказал, что он надежный. Потому что пока мы его приносили, он даже чуть-чуть прям... коснулся. Так, смотри, здесь как красиво все светится, и самое красивое это вот здесь.
Понятное дело, не все светится, но что-то есть. Обычно нас спонсируют оперативкой и SSD-шками Kingston, но на этот раз Silicon Power. Они нам предоставили 512 гигабайт SSD-шки, это очень много, это реально много. То есть даже для жесткого диска это иногда достаточно, но у нас он только на SSD. Ну и плюс оперативку от Silicon Power. Спасибо ребятам за то, что они вложились в этот проект. Ну, надеюсь, тоже мы продолжим сотрудничество. Ну и все характеристики, о которых я вам не рассказал, они у вас на экране, чтобы не тянуть время. Окей, я думаю, что можно звать Даню. Мы уже все вам рассказали. Спонсоры теперь довольны. Кстати, по вопросу, почему я взял такого молодого участника, я хотел просто посмотреть, насколько будут отличаться эмоции участников. То есть то, что я видел в других выпусках, где там были взрослые ребята, там 19-20 лет, они как-то спокойно к этому относятся. Мне просто стало интересно, а может быть этот участник сможет как-то более открыто себя вести, не будет таким сдержанным и так далее. То есть мне просто для эксперимента интересно. Ну и история самого Дани меня очень заинтересовала. Может быть, он реально станет про-игроком. Короче, все, я зову Даню. Ну что, Даня, are you ready? Yes. Окей, все, сейчас Даня увидит компьютер. За не знаю сколько у вас цена будет сейчас на экране, сколько стоит этот КПК. 1, 2, 3. Это шок. Шок. Давай, можешь оценивать. 10 из 10. Что могу сказать? Попробуй КС-ку. КС-ку? Да, увы, мы не фортнайтеры. Так, сразу говорю то, что я вообще... Слаб в CSGO? Да не то чтобы слаб, я даже... Ну, не то чтобы даже в CSGO, я говорю слаб вообще в общем на ПК. А, да, вот ты же, да? Вот, ты же на PlayStation играешь. Ну, смотри, стабильно 300 FPS, если что, я тебе сразу говорю. Ну, типа, это много, это хорошо. Да, я понял. Слушай, попробуй наушники, как они тебе вообще? У тебя не было наушников, правильно? Нет, у меня были, но как бы их лучше не видеть. Так, в общем, как тебе эти наушники вообще? Как у тебя вообще все, что происходит? А? Как тебе клавиатура, мышка? Я, ну, а, он не знает. Так, как, смотри, этот компьютер. Как тебе он вообще, как да, выглядит? Просто 10 из 10, правда. Ладно, Дане будет сложно, потому что вообще он никак не связан с ПК. То есть я тебе сейчас этот комп дарю, если что, с целью, чтобы ты бы стал бы каким-то проигроком там в Fortnite. Но мне нужно понять, как ты играешь в Fortnite. Поэтому давай, включай PlayStation и показывай. Хорошо. Так, смотрите, все, он сейчас будет строиться, давай. На этого посмотри ты, говорит. Так, ну реально видно про игрок. Чуваки, которые смотрят этот ролик, объясните мне, пожалуйста, вот то, что он сейчас делает, это хороший уровень игры или нет? Понятное дело, будут завистники, скажут, что он плохо играет. Мне нужны адекватные ребята, которым интересно смотреть это как просто контент, а не типа мне подари пока. Тем более в России я больше не буду снимать это шоу. Так, ну, есть какие-то... Ну, у тебя есть какая-то... Знаешь, что происходит? Я ничего не понимаю. Не, я примерно понимаю, как строится. И я вот просто, знаешь, прикол, я не понимаю, это сложно или нет, что он сейчас делает. А? Кого смотришь из стримеров? Из стримеров много. Тебя, Илона, кого еще? Зачем ты меня смотришь, если ты CSGO не играешь? Ну, просто интересно. Вот, потом меня спрашивают, Юрий, почему у тебя миллион подписчиков, а просмотров 100 тысяч. Не, на самом деле, просмотры классные, ребят. Все хорошо. Это YouTube так работает. 2 года канал, каждый подписчик не сможет смотреть ролики. Где ты тренируешься? Я тренируюсь. Да. Знаете? Не, в CSGO. А, в CSGO. О, фак. Вот прикольно то, что он не знает, он не смотрит так сильно CSGO, но шарит за этот мем. Это классно. Ребят, все тренируйтесь на cybershop.ru. По ITV-ке там. Откуда ты знаешь? Ты стримы смотрел? Да, я смотрю стримы. На Твиче, да? Я смотрю, да, на Твиче. Он смотрит стримы на Твиче. Делайте как он. В общем, короче, я понял твой уровень игры. Все слабо. Так, выбираем этот компьютер. Зря приехали. Тебе 11 лет, но как это... Ты очень грамотно общаешься в чате. То есть, когда ты написал мне, я не думал, что тебе 11 будет. Не знаю, наверное, потому что я просто много общаюсь в соцсетях. Я говорю, я почти не выхожу гулять. Это в то же время и минус, в то же время и плюс, то что... со мной, которым можно общаться адекватно, если сравнить меня с моими одноклассниками. Опа, ЧСВ подошел. Сразу и на мой подписчик. В плане, реально, я из класса общаюсь только с одним человеком нормально, потому что, ну, потому что можно. Остальные ниже тебя, да? По именам, фамилиям, всех, кого ненавидишь. После этого в школу приходит, его не открывает. Так, слушай, в Fortnite ты будешь проигроком. Когда? Когда? Ты поймешь, что тебя никуда не пустят? То есть?
То есть тебе должно быть хоть 16 лет, чтобы тебя пустили бы на турнир? Нет, вообще-то Fortnite 13. Серьезно? То есть 2 года ты будешь АФК? Ну нет, почему АФК? Когда у тебя день рождения? День рождения 4 января. А, ну нормально, еще год остался. Так, ладно. В целом, я думаю, что можешь закончить. Ну, если посудить по CSGO, чувак, ты должен сейчас учиться играть. Давай как-то ты оставишь свой паблик ВКонтакте, либо что-то такое, чтобы мы бы за тобой следили. Типа, ты вообще хоть где-то развиваешься? Да, у меня паблик ВКонтакте, у меня там 70 человек. 70 человек. Ну, я оставлю ссылку, ребят. Если кто играет в Fortnite, можете за ним следить. Я не знаю, насколько у него хороший уровень. Я спрошу у стримеров, у Эвилона, у FlexGK насчет этого. А, ты знаешь FlexGK? Да, я знаю. Много из них. Много из них? Да, да, вот эти вот стримеры всякие. За всей этой компанией. За компанией? Они вместе снимают? Ну, не то, что... Ну, да, снимают вместе, они знакомы все. Короче, чуваки, ему 11 лет. Что вы делали в 11 лет? Мне кажется, тут все ничего не делали в 11 лет. Друзья, ну, я думаю, что можешь заканчивать этот выпуск. Даня — это герой нашего выпуска сегодняшнего. Я не знаю, кажется, 6-й или 7-й выпуск. Сильно быстро мы это все снимаем, потому что спонсоры нас радуют, опять же. Ребята, это уже 5-й выпуск, и я заканчиваю 1-й сезон. Это было в России. Москва, Питер. Питер, Псков и еще раз Москва. Но я хочу расширяться, поэтому следующие выпуски будут сниматься не в России. Когда выйдет серия, не скажу вам сразу, все будет в Телеграме. Я там пишу все свои мысли и вообще какие-то инсайды. Но скажу сразу, Казахстан. Я хочу туда попасть очень сильно. Ну все, конец выпуска. Спасибо, дружище. Я жду от тебя каких-то, не знаю, новостей о том, что какой-то там Данил, которому шок подарил ПК, стал... выиграл этого. Кто там самый жесткий в Фортнайте? Ну, по-разному, я не знаю. Каждый о своем мнении, ты скажешь. World Cup выиграл Буга. Буга? Буга. Нифига себе, Warfacer и Warfortniter сразу. Ладно, все, чуваки. Всем пока, спасибо за лайк. Стоп, лайк. Ну, 40 тысяч лайков. 41 тысяча, мы договаривались. Все, давайте, пока. Щемитесь, Фортнайтера, Даня.